устали играть в догонялки с зарплатой? Догоним! Отличные наличные, займы до зарплаты. Верховный Хурал-Тувы утвердил бюджет республики на 2019 год. Напомним, что в первом чтении проект закона был принят 16 ноября. По параметрам доходы республиканского бюджета на 2019 год составляют чуть меньше 25,5 миллионов рублей. Расходы бюджета республики на следующий год составили около 25 миллионов 900 тысяч рублей. Традиционно большая часть регионального бюджета будет направлена на первоочередные социально значимые расходы. При этом проект бюджета ориентирован на развитие экономики и увеличение собственных доходов. Кроме того, выработаны рекомендации правительству Тувы, а также министерствам и ведомствам региона. Это такие предложения, как привлечение средств на строительство полигона твердых коммунальных отходов, строительство детского сада в городе Чадан, скотомогильников, ряда районных дорог и другие. Далее, в ходе заседания сессии, в первом чтении был поддержан проект внесения изменений в Конституционный закон Республики о земле. Законопроект разработан в целях реализации послания главы Тувы Верховному Хуралу и в целях сохранения и развития малых сел. Согласно изменениям, вводится дополнительный случай бесплатного предоставления земельных участков в собственность гражданам в малых селах Тувы. Это позволит увеличить численность населения в селах, даст дополнительный стимул для молодых специалистов. В Туву прибыла делегация этнических тувинцев из Хуусугульского аймака Монголии. В минувшие дни с делегацией встретился глава республики Шалбан Караул. Чуть более 20 тувинцев ведут кочевой образ жизни. Приехали, чтобы встретиться с родственниками, проживающими в Тотже. Воспользовались программой для малочисленных народов, которая финансирует их поездку. В Цаган-Нуре в общем живет 1911 жителей. Из них 755 человек – тувинцы. Другими словами, 84 хозяйства, где воспитываются более 200 детей, а пожилых из них 25 человек. Количество оленей – более 2000 голов. То есть не последний раз он летом мне обещал приехать. Сегодня этот малочисленный народ называют цатанами. Отметим, цатаны – один из самых малочисленных народов Монголии. К нему себя причисляют всего несколько сотен человек. Цатан от слова «ца» – олень, означает тот, кто владеет оленями. Эти животные для членов общины не только источники пищи и тепла, но и верные друзья. С 1 декабря в открытом доступе на сайте Федеральной налоговой службы появился набор данных о компаниях, не составляющих налоговую тайну. Об этом сообщает издательство «Российская газета». Речь о суммах недоимки, задолженности по налогам и сборам организации, а также данных о наличии налоговых правонарушений, которые образовались на 31 декабря 2017 года и не были уплачены на 1 октября текущего. В 2018 году будут раскрыты данные о большинстве хозяйственных товариществ и обществ. Еще часть сведений появится в открытом доступе в 2020 году. Это информация о компаниях, включенных в перечень стратегических предприятий и акционерных обществ, а также отнесенных к категории крупнейших налогоплательщиков. Режим налоговой тайны с информацией о компаниях, которые располагает ФНС, был снят в июне 2016 года. В связи с этим у ведомства появилась обязанность утвердить сроки и период размещения этих данных, а затем начать публиковать их. И о курсах валют. Доллар стоит 66 рублей 33 копейки, а евро 75 рублей 75 копеек. Куртки и пуховики от 3500 здесь, а Юнкур Сэдди 96. С 23 ноября по 9 декабря на ярмарке Ермак. А Юнкур Сэдди 96. Подключите услугу высокоскоростного безлимитного интернета и IPTV и получите приставку и роутер бесплатно. Подробнее об акции на сайте www.tuva.ru и по телефону 370 70.
Кто ищет мебель, тот ее находит в магазине «Мебельный рай». Эксклюзивный дизайн, европейское качество, большой выбор современных и классических вариантов, а также готовые интерьерные решения. Все от кухни до гостиной. «Мебельный рай», магистральная 26, торговый центр «Арбан». ТНТ «Кызыл» представляет. Считаешь, что у тебя есть сверхспособности? Тогда новый проект ТНТ «Школа экстрасенсов» для тебя. Пройди кастинг, и, возможно, именно ты попадешь в команду Константина Гицати и Свани Даши. Заходи на сайт и заполняй анкету. «Школа экстрасенсов». Скоро на ТНТ. Акция от ТСИ. Заплати вперед и получи Wi-Fi модем бесплатно. Подробнее об акции можно узнать в офисах продаж услуг АО «Тыва Связинформ» или в представительствах компании в Кажунах Республики Тыва. Кызыл, встречай! Гиббоны, лемуры, мартышки, а также туканы и большие попугаи Ара ждут вас на выставке «Мир обезьян и попугаев» в Национальном музее. С 3 по 10 декабря пройдет второй всероссийский правовой диктант, посвященный 25-летию Конституции России. Торжественный запуск диктанта сегодня в рамках празднования Дня юриста в Москве. В режиме онлайн диктант можно будет пройти из любой точки России с 3 по 10 декабря на сайте юрдиктант.рф. А 7 декабря в 12 часов по местному времени для очного написания откроются площадки во всех регионах страны. Мероприятие проводится с целью оценки уровня правовой грамотности населения. Основные задачи диктанта – это повышение мотивации различных слоев населения в изучении права, получение объективной информации об уровне правовой грамотности населения, привлечение внимания СМИ и общества к вопросу повышения уровня правовой культуры, а также выработка предложений по совершенствованию образовательных программ. Синдром приобретенного иммунодефицита человека. О чуме 20 века впервые стали говорить в начале 80-х годов. Сегодня болезнь уже распространена во всем мире. И чтобы люди знали о ней, ежегодно 1 декабря во всем мире отмечают День борьбы со СПИДом. Как показывает статистика, большинство, практически не зная об этой болезни, боятся его. Контактно-бытовой, там, половой, и соприкосновение тоже может быть, и использование шотками, там, постелью, может быть. Ну, например, уколоться чем-нибудь. И, ну, мне кажется, что это только через кровь вроде бы можно заразиться. Заразиться в быту вирусом иммунодефицита практически невозможно. Надо помнить, что СПИД не передается воздушно-капельным путем или через кожные покровы, говорят врачи. Самый распространенный способ заражения данной болезнью – это незащищенный половой контакт. Бытовую жизнь они не опасны. Это обычные люди. Эти люди у нас, среди нас живут. Конечно, они на лбу не написаны, поэтому это обычные женщины, мужчины. Многие работают. Многие, конечно, не работают. Здесь студенты есть беременные женщины. Поэтому путь заражения только половой и через кровь, да? Ну и третье можно через вертикальный путь, когда мать больная, беременная, можно заразить своего ребенка. Артисты и певцы республики уже несколько лет участвуют в многочисленных акциях против СПИДа, каждый раз напоминая молодежи о контрацепции и защите от данной болезни. На этот раз к ним присоединился и Пьер Нарцисс, участник «Фабрики звезд». Я согласился, потому что я участвую больше, чем 15 лет. Еще я учил в МГУ. Я начинал заниматься, ну, помогать детей. Летаю с артистом в разные города. Мы выступаем, получаем деньги, и сразу мы даем эти деньги ребенку, который нуждается, например, там сложные операции какие-то, и получается. Поскольку ВИЧ-инфекция может долгое время никак не проявляться, вирус способен добраться через цепочку незащищенных контактов даже до тех, кто верен единственному партнеру. Сдавать кровь на анализ время от времени необходимо всем. Если учитывать понятие серонегативного окна, то через каждые 3-6 месяцев можно обследоваться на ВИЧ-инфекцию. Многие не понимают, что это такое период окна. Период окна – это когда
не только у нас в республике и в России, да, во всем мире сам вирус ВИЧ-инфекции не читается. В анализах читается, когда вырабатываются антитела к ВИЧ. И вот этот период называется серонегативным окном. Если 15 лет мы работали с такими экспресс-тест-системами, как с скарификатором из пальчика берем кровь и смотрим, да, он идет со своим буферным раствором, и 99,9% мы можем узнать, есть у человека ВИЧ или нету. Несмотря на прошедшие годы и постоянные исследования по всему миру, вирус иммунодефицита человека остается загадкой и не раскрывает всех своих секретов. И как все таинственное и непонятное, дает толчок к мифотворчеству. Голос Сейлы Камун, звучащий в стенах маленькой аудитории, уже стал привычным для студентов Кызылского колледжа искусств. Вот уже на протяжении нескольких дней заслуженный артист Тувы вместе с хоровым коллективом учебного заведения репетирует главные номера для сольного концерта. Тувинская колыбельная, исполненная акапелла, которую знают во всех уголках республики, должна стать главной фишкой концерта, признается Сейлы Камун. Также хоровой коллектив Кызылского колледжа искусств под руководством Чудры Петровны Сад. Мы исполним две композиции. Первая тувинская народная песня «Үпейеры» по обработке Чиганы Валерьевны Комбусамдан. А вторая песня – это «Фачтай». Очень-очень подвижная, интересная. Вот. Зрителям очень понравится. Сейлы Камун всегда открыта со своими слушателями. Ее песни – это душа исполнителя, ее переживания и ее мысли. За всю сценическую жизнь исполнительница завоевала не только признание зрителей, но и множество званий и наград в региональных и международных конкурсах. 26 декабря у меня будет концерт в Доме народного творчества в 7 часов вечера. Это день недели, среда. Вот, концерт полностью живой, с приглашенными артистами, среди которых Айкыс Кыргыз, Сергей Сокольников, Альберт Кувейзин, сестры Айжи. Вот, и, конечно же, хор Кызылского колледжа искусств. В своем творчестве певица обращается к народным и авторским песням тувинских и российских композиторов. Разнообразный песенный репертуар исполнительницы отзывается в сердцах ее слушателей и многочисленных почитателей ее таланта. В Москве прошла торжественная церемония награждений победителей онлайн-голосования на сайте журнала National Geographic Traveler. На церемонии награждения Туву представила советник полномочного представителя республики в городе Москва Айлан Салчак. Напомним, онлайн-голосование проходило с 22 июня по 12 октября текущего года по туристическим направлениям среди самых популярных видов отдыха. National Geographic Traveler Awards 2018. По итогам голосования Тува заняла третье место в номинации «Российский этнический отдых». Республика Тува набрала 15% голосов, Республика Бурятия – 17%, а Республика Хакасия – 47%. Также в борьбе за победу в номинации принимали участие Республика Дагестан, набравшая 8%, Ямало-Ненецкий автономный округ – 7% и Чукотский автономный округ, набравший 6%. В прошлом году победителем в этой номинации была Бурятия. Всего на сайте nat-geo.ru по всем номинациям было отдано около 300 тысяч голосов. Журнал National Geographic Traveler – это печатное издание, посвященное путешествиям, основное внимание в котором уделяется как подробному разбору популярных среди туристов стран, так и советы по посещению экзотических стран. Новый номер выходит раз в 2 месяца. Тираж в России – 110 тысяч экземпляров. Голосование National Geographic Traveler Awards за лучшие туристические направления года проводится уже 8-й раз и позволяет ежегодно выявлять топовые места для отдыха, открывая новые туристические горизонты. Дорогие друзья! Я, актриса Галина Данилова, поздравляю всех слушателей и всех сотрудников и работников радиостанции «Голос Азии» с ее юбилеем.
Я желаю процветания этой радиостанции. Я желаю прекрасных, чудесных, добрых, светлых новостей. А слушателям желаю найти и услышать на этой волне то, что им хочется, то, что им нравится. Я хочу пожелать всем здоровья и счастья. Всего доброго. Здравствуйте, я Георгий Дронов. От всей души поздравляю радиостанцию «Голос Азии» с прекрасным днем рождения. 10 лет. Это уже практически юбилей. Ну, это, конечно, еще недостойный возраст, но все равно гордиться уже есть чем. Огромное вам спасибо за то, что вы делаете великое дело, поднимая на своей радиостанции и своей радиостанции национальный вопрос, историю национального вопроса и культуру Тувинского края, язык, тувинский язык, обычаи, обряды. Вы делаете очень большое дело. Рассказывайте историю своего народа со своих волн. И пускай волны вашей радиостанции всегда будут легки, ярки и доступны до самых дальних уголков вашей прекрасной родины. С днем рождения! Голос Азии! Ladies and gentlemen, party people, я Пьер Нарсис. Поздравляю вас, Голос Азии, чтобы побольше у вас были слушатели, хорошую музыку. И, конечно, чтобы все ваши сотрудники были всегда здоровыми. Да. Желаю с праздником. Радиостанции «Голос Азии» 10 лет. От всей души я хотел бы поздравить всех сотрудников этого радио с первым большим юбилеем в их жизни. И пожелать дальнейших успехов, развития, чтобы они, как и раньше, продолжали радовать нас всех хорошими песнями и радостными голосами. С днем рождения, ваш Олег Сарыглар. Дорогие мои любимые «Голос Азия», я вас поздравляю с 10-летним юбилеем. Всегда оставайтесь на позитиве, серфите по волнам радио. Мы вас очень-очень любим. Ваша Сайлы Комун. Нового года самое время задуматься о подарках. И если выбрать мужчине не составит труда, то с подарками для женской натуры еще предстоит погадать. Однако один из вариантов подарка, пожалуй, многие дамы оценят по достоинству. Теплая шубка из натурального меха. Для сибирской зимы то, что нужно. А найти такой идеальный зимний подарок можно на выставке меховых изделий компании «Белка». Праздничное настроение не смутят и ценники на зимних одеяниях. Стильная шубка «Автоледи» обойдется в 47 тысяч рублей, а модная шубка «Трансформер» из пудровой норки в 107 тысяч. Немного дороже обойдется шубка из комбинированного меха, например, куницы и норки, фасона «Летучая мышь». Для изысканных покупателей есть особенные изделия из европейского меха. Шубы из такого меха в коллекциях – большая редкость. Так же, как и изделия из норки-крестовки. Из-за необычного рисунка и сложности его получения шубы из крестовки называют царскими. Кроме норки, на выставке можно приобрести легкие, но теплые шубы из астрагана, а также качественные мутоновые шубки с меховой отделкой из лисы или норки в пределах 30 тысяч рублей. Цены от производителя, никаких накруток. Любое изделие можно купить в рассрочку до 2 лет, без первоначального взноса и переплат. К тому же, купив себе обновку, можно попытать удачу и получить в новом году еще один подарок – автомобиль. Розыгрыш состоится 12 января 2019 года. Так что, мужчины, не упустите шанс сделать приятный и по-настоящему ценный подарок для любимой женщины. Выставка продлится с 3 по 10 декабря в торговом центре ЦУМ на цокольном этаже. Чего хочет каждая женщина? Быть красивой, модной и роскошно одетой. За окном морозная зима, тогда спешите на знаменитую Кировскую выставку «Продажу меховых изделий. Знатные меха», где вы точно сможете утолить свою жажду моды. Да-да, вы не ослышались. Известная и зарекомендовавшая себя ярмарка меха по многочисленным просьбам жителей и гостей города продолжает свою работу в Кызыле до конца декабря в торговый дом «Меридиан».
Поэтому, если вы мечтаете о недорогой стильной шубке из натурального качественного меха, вам точно сюда. Ведь цены здесь начинаются, внимание, от 19 тысяч рублей. Тысячи моделей норковых и мутоновых шуб, включая самые трендовые новинки. А шикарные головные уборы впечатлят даже самых искушенных покупателей. Разнообразной цветовой палитры и широким размерным рядом. От 38 до 70 размера. Что уж говорить, знатные меха знают, чем порадовать. Кстати, совершить покупку на ярмарке «Знатные меха» также по-прежнему просто и легко. Если необходимой суммы наличными нет при себе, вы всегда можете оплатить покупку картой, оформить кредит на оптимальных условиях. Шикарно? Конечно, да. Быть стильной теперь просто. Выставка меховых изделий «Знатные меха» располагается улица Ленина, дом 50, торговый дом «Меридиан». Ежедневно с 10 утра и до 19 вечера. Спонсор прогноза погоды – компания «Отличные наличные». Компания «Отличные наличные» рада видеть вас в любом из своих офисов в более чем 80 городах России, от Камчатки до Калининграда. Компания «Отличные наличные» – получайте займы на займ-карту в любой момент, просто по звонку. Переплата по займам такая маленькая, совсем малышка. «Отличные наличные» – ну очень маленькая переплата по займам. По республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -23, -28 градусов. Местами -31, -36 градусов. В Кызыле переменная облачность, небольшой снег. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью -24, -26 градусов. Днем -16, -18. Переплата по займам такая маленькая, совсем малышка. Отличные наличные, ну очень маленькая переплата по займам. В новом номере еженедельника Тува ТВ Инфо читаете. Вечеринка радио «Голос Азии» в стиле джаз в честь десятилетия. День рождения наш, а подарки вам. Депутаты хотели бы видеть руководителя ТЭЦ или как принимался бюджет Кызыла и Тувы. В Кызыле разрабатывается новый комплексный микрорайон Горный. Старые дома под снос. Будет ли Кызыл когда-то чистым, без мусора? Зверские убийства, пьяные водители и чем закончилось ночное посещение подростков в салон сотовой связи. И еще много интересного. А также тибетский календарь, погода, сканворд, гороскоп, анекдоты, результаты розыгрышей лотереи, ТВ-программы, недвижимость в отдельном блоке и огромное количество объявлений. Если объявление, то Тува ТВ Инфо. За правильными деньгами в правильные займы. Для новых клиентов выгодные предложения. Телефон 595 555.